большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Понедельник в Самарской области безоблачно и без осадков. Днем 13-16 градусов с минусом, ночью 17-19 ниже 0. Ветер северной, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани безоблачно, днем минус 13, ночью минус 17 градусов. Северный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти на небе солнце, днем минус 16, ночью минус 20 градусов. Северный ветер 2 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем минус 15, ночью 18, ниже 0, северный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.